Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды, дальше идем по заданиям. Открыть колоду. Что нам здесь достанется? Бакстер-муха. По крылышкам определил. Так, ну что, отлично. Здесь забираем награду. Пойдем теперь пройдем серию испытаний быстренько. Так, мы с тобой, кстати, заходим на второй круг. Если что. Так, почему у меня у Армагона так мало здоровья? Я не понял. Юмора. И у Шреддера тоже так. Нам нужен лекарь. Пускай это будет Леонардо. Хотя и Шреддер может, конечно, отличить. Но у него такое, знаешь, постепенное. У Леонардо все-таки... Так, тихо. Не смотря, они первые начинают ходить. Без вертушки обойдемся. Думаю, сейчас заблочим зэка. Так, заблочили. Теперь, нет, все-таки будем бомбить. Хилять будет у нас Леонардо. Так, укус. Лео, хиляй. Ну вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. Минус клан фуд. И минус маузер. Переходим с тобой на последнюю волну. Здесь у нас, ну ты сам видишь, Бибоп, Рокстеди. Еще один Рокстеди. Так, секунду. Минус один. Давай, наверное, сюда сделаем. Да, обычный укус. Не будем делать тройной. Плюс вертушка от Леонардо. Ты посмотри-ка, а. Слушай, давай, наверное, сделаем вот так все-таки. А теперь вот так. Нормально. Все, мы справились и двигаемся дальше. Сейчас мы с тобой, кстати, надо посмотреть, сколько мутагена. Может быть, сегодня мутагеноид у нас прокачается до соточки. Такой шанс есть. Здесь забираем награду. Так, сразиться в боях. Вот как раз это нам нужно. Макман. 23 900. То есть не хватает нам, ребят, буквально там 5000 мутагена, но это ничего страшного. Крысиный король, что у тебя там по навыкам? 4 наушника нужно найти еще. Всего 4 наушника. Раз. Два. Так, подожди, еще двое наушников нужно найти. Три. И последние. Так, зеленая колба, это не то. Опять колба. Все, ребят, наушники нашли. И прокачиваем до... Блин. А мы тут потратим с тобой 5000 мутагена. Значит, нам придется еще 10 тысяч находить где-то. Ладно. Главное, что мы прокачали с тобой крысиного короля. Я имею в виду в плане по скиллам. Теперь как-то ему нужно поднимать уровень. А мы после вот как раз крысиного короля переходим к прокачке. Да-да, ты правильно понял. Именно к нашему Кренгу. Именно Кренга мы будем качать по скиллам, ребят. Так, 4 геймпада, да, нужно найти? Точнее, там 3. 3 геймпада не хватает. Сейчас попробуем их. Все, мы уже задание, кстати, выполнили. Ладно, в следующий раз продолжим. Так, здесь забираем награду. Поднять уровень персонажа. Ну, ты как понял, уже это будет в конце серии. Так, испытания, ребята. Ну, ты сам понимаешь, да? Подожди. Усиление технодрома нам нужно с тобой пройти вот здесь и вот здесь. Остальное, в принципе, все не нужно. Погнали. Вот так вот сделаем. Ну, я думаю, ты понимаешь, зачем я прохожу именно вот это вот первых два испытания. Потому что именно здесь разыгрывается и Рокстеди, и Бибоп. Именно эти персонажи нам нужны. Также не забывай, что у нас есть фарм. Ну, здесь, как ты понимаешь, гарантированно ты получишь одно ДНК. Поэтому лишним не будет. Сегодня что у нас за день недели? Воскресенье. Завтра, друзья мои, уже понедельник. Завтра будет откат. Как раз завтра мне в ночь, я еще, наверное, успею, думаю, бустануть. Хотелось бы, конечно, не проспать. Надеюсь, у нас все получится. Ну и не забывай, что мы получим с тобой фул награду. А фул награду у нас кто разыгрывается? Рокстеди, по-моему, да? На этой неделе же у нас Рокстеди разыгрывается. И нам не хватает как раз 50 ДНК, чтобы его прокачать.
Так, ну что, тут все у нас замечательно. Как ты видишь, все мы прошли. Тут победа за нами. И, соответственно, мы получаем с тобой ДНК. Вот он, ДНК на Бибоп. Также нам нужен вот этот вот классический Рокстеди. Погнали. Слушай, а почему я тут играю ручками, когда я могу поставить на автобой, и мои черепашки, также и Сплинтер, разберутся здесь сами? Как-никак, они все-таки, ребята, сотого уровня. Единственное, что Сплинтер 71 уровня, но я думаю, что для полтинников это нормально. Так, кто-то пишет: Рэй, куда пропал? Ребят, я же вам еще раз объясняю, что я работаю. Работаю, понимаешь? И у меня получается 2 дня выходной, потом 2 ночи, 3 выходных. Вот такой вот у меня график. Поэтому если у меня какое-то определенное количество времени нету, то, соответственно, я либо работаю, либо занят. Так, ну что, последняя волна. И здесь у нас первый этаж этого космопорта, да? Майки делает уклонение, но, в принципе, лишним это не будет. Ну и все. Космопорт уничтожен. Ну, а нам дальше идти смысла нет, потому что... Хотя, если я не ошибаюсь, там тоже можно выиграть. Как ты понимаешь, вон, видишь, Рокстеди, но... О, шикарно. Слушай, подожди секундочку, дай-ка я кое-что сравню. Разница вся в том, что здесь мы получаем по 2 ДНК. Я, наверное, все-таки рискну здесь. Так, давай, Бибоп, выпадай. Есть. Так, теперь сюда переходим. 2 доллара это нам не особо нужно. Смотри, смотри, начинает давать... Вот, Рокстеди выпал. Жетоны. Так, комикс-чувак. А вот и Бибоп. Можно, конечно, еще и вот здесь попробовать замутить. Ну, тут уже 5 сыра тратим. Поехали. Так, доллары. Жетоны. Почему Донателло? Ну, ну зачем Донни вот выпал мне? Скажи на милость. Так, ну что, друзья, вроде бы неплохо. Так, сейчас я... Вот. У нас Рокстеди. Пасхальный кролик, так сказать, да? Разыгрывается здесь. По максималке, если я не ошибаюсь, здесь будут давать 50 ДНК. 50. Если посмотреть по списку, именно на Рокстеди кролика, где же он у нас? Сейчас найдем его. Так, это у нас классический. Друзья мои, мы только половину с вами сможем набить. Только половину. А в магазине мы какого прокачиваем? Рокстеди. А, мы не Рокстеди, мы Бибопчика прокачиваем. Кстати, нам немножко не хватает жетонов. Совсем капельку, буквально 25 жетонов, и мы бы с тобой сделали бы до 99. 99 ДНК из 100. А там еще чуть-чуть, и все. И, по-моему, у нас Рокстеди, ой, Бибоп, если не ошибаюсь, он станет фуловым. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Сейчас я посмотрю. Так, Бибоп пасхальный, да? Это у нас получается. И наверняка опять продинамил, да? Опять пропустил. Где-то быстро его промотнул. Так, это у нас Рокстеди. Вот он. Ребята, он будет у нас фуловым. Прикинь? Бибоп-кролик будет фуловым, в отличие от Бибопа классического. То есть редкий Бибоп прокачался быстрее, чем классика. Обалдеть, как так получается? Ума не приложу. Но, тем не менее, у нас, смотри, здесь тоже 27 ДНК из 100. Если бы у нас было бы больше времени, мы бы, конечно, больше пофармили бы с тобой, но не получится. Так, ну что, турнирная арена. О, Лига Мастеров, одна звезда. Ну, ребят, это неудивительно. Я все-таки почти 2,5 дня не мог играть. Опять же, заработай. Поэтому я не знаю, как мы с тобой за один день все это успеем наверстать. И, честно говоря, даже не знаю. Но постараться надо. Нужно постараться хотя бы нам дойти до лиги. До Лиги Мастеров 3 звезды. Топчик я уже могу получить завтра. Перед,
как говорится, откатом. Надо будет только встать пораньше и все. Ну что, поехали. Начинаем с волны шипов. Дальше отбиваем. Все, в принципе, первый поединок отыграли мы неплохо. Погнали дальше. Сейчас будем смотреть, с какой интенсивностью мы вообще будем продвигаться здесь. Так, была 52-я, становится 42-я. То есть по 10 ступенек. 35 откатов, как ты видишь, я накопил. 17-23. Берем Бакстера Стокмана. Так, подожди, Лео. И Ваньку. Бакстер Стокман плюс Ванька. Слушай, они вдвоем-то успеют здесь? Потому что тут еще, смотри-ка, Микеланджело. Давай тогда вот так вот сделаем. Тех уже будем отыгрывать через Супер Шреддера. Слабеньких. Ну что, давай бросаем Куней для начала от Карайки. Майки вообще не получил повреждения, ни грамульки. Естественно, он усиливает команду. Так, друзья, вот как раз на это я не рассчитывал. Ё-моё, по-моему, сейчас кто-то у нас упадет, скорее всего. Сейчас кто-то... Или же все-таки мы успеем. Фух. Да, я не думал, конечно, что наши ребята по инициативе все равно слабы. Сейчас бы еще немножко кто-нибудь сходил бы, и все, ребята, у нас бы полкоманды упало бы. Там ХП видел, сколько было? Вот так вот. Ну что же, будет мне уроком. Берем Леонардо. Берем Усаги. Раз, два, три. Леонардо, Усаги, все будет отлично. Эти-то ребята точно не должны подвести, тем более Усаги со своей вертушкой сейчас, я надеюсь, все-таки на всех повесит постепенно. Может быть, даже кого-нибудь заберет с собой. Ну-ка. Усаги, ты издеваешься сейчас надо мной, да? Ты повесил морозильной кошке постепенный урон. Только лишь одной морозильной кошке. Нет, Супер Шреддер бы не понял бы Усаги на самом деле. Они вроде бы имеют оба такой вот дебаф. Но в отличие от Супер Шреддера, конечно, наш Усаги вообще ни о чем, ребят. Сейчас был вообще просто провал. Фейл. Так, ну что, Мортон. Давай-ка попробуем, наверное, подраться с Мортоном. Хотя тут и пробовать нечего, у нас команда сейчас довольно мощная. Джастина я вообще не беру здесь в расчет. Мне кажется, даже Донателло здесь будет серьезнее, чем тот же самый Джастин по атаке. Так, Муха выпендривается. Мы выпускаем Ураганчик. Шикарно. Дальше я, наверное, возьму провокацию все-таки, чтобы не пробили нас. Плюс сюрикены. Ну и все. Я же тебе говорил, вот Джастин, мне кажется, он бы не смог подбить. Он бы там сделал бы, конечно, какой-нибудь дебаф, но именно уничтожить он бы не успел бы. Как мы с тобой долго идем, а? Мы еще даже в мастер 2 звезды не зашли. Еще даже в мастер 2 звезды не зашли, не залетели. Такс, давай, начинаем отыгрывать наших слабых персонажей. Именно через Супер Шреддера и, ну, я не знаю, там можно Армагона брать, можно Леонардо, можно Усаги, кого хочешь. Но тут главное отыграть. И не только отыграть, а еще и продвинуться как можно дальше. Ну вот, посмотри, как Шреддер делает. Видишь? На четверых повесил постепенный урон. А Усаги только на морозильную кошку на одну. Ой. Профан, конечно. Ну что ж, пошли дальше. Наверное, сейчас перейдем уже, да? Да вы серьезно, что ли? Как тяжело. Ну, я могу, в принципе, ребята, понять, почему такое все происходит. Во-первых, не забывай воскресенье. Это все конец недели практически, да? И все вот эти вот ниши, которые были свободные, да, в какой-то степени, они уже забиты под завязку. То есть нам сейчас просто приходится продвигаться через топовых бойцов, скажем так. Поэтому у нас идет и продвижение такое медленное. Но тем не менее, вот сейчас мы зайдем с тобой в лигу Сёгунов 2 звезды. Я еще раз повторяю, сегодня нам бы дойти до 3 звезд в Лиге Мастеров. И это был бы уже неплохой результат. 17-23. Ну давай возьмем вот эту команду.
опять же, Армагоны, опять же, Супер Шреддеры и опять же, три слабых бойца. Вот такая у нас битва будет сейчас, в принципе, до конца. До конца мы будем вот так идти. Я вот не знаю, успел ли я на Драконы Всадники Олуха сегодня допройти события. Но я надеюсь, оно не кончилось. Потому что не хотелось бы, ребята, пропускать и награду, и все-таки возможность подзаработать ресурсы. Поэтому сразу после черепашек я пойду именно Драконы Всадники Олуха играть. После наверняка я поиграю, скорее всего, в Стикманов. Возможно, сегодня будет еще и ХКР-ка, вторая часть. А вот насчет второго канала я не знаю, ребята. Успею ли я сегодня хоть что-нибудь поиграть? Мне, конечно, бы хотелось тех же самых Карамонов поиграть. Ну, там еще много чего есть, поэтому следите, ребят, следите. И не забывайте еще подписываться на Яндекс.Дзен, ребят. Потому что весь контент, абсолютно весь, который на этом канале, он скопирован именно туда. Так что, если что, там можно. Единственное, что, ребята, разница в том, что здесь есть плейлисты, а там плейлистов у меня нету. Там все идет сплошной доской. То есть ты заходишь, и там все видосы вместе, не разделены. Потому что, когда я перебрасывали, ну, не было такой возможности, чтобы распределить по плейлистам. Так, 75-я позиция, ё-моё. Дайте мне хотя бы 17-24, ты, ну, чё вы. Вот, спасибо. Берем Армагона, опять же берем. Тихо, куда ты, Макман, лезешь? Думает, я не увижу, да? По три бойца, конечно, это очень долго мы будем продвигаться, но, тем не менее, нам спешить все равно некуда, ребят. Нам нужно методично продвигаться к своей цели, а именно к Лиге Мастеров 3 звезды. Другого варианта я пока не вижу. Все, отлично. Ну, понятное дело, что здесь основные бойцы — это Армагоны и Супер Шреддеры. Остальные так, для довеска сидят здесь, ждут своего момента. Так, ну что, 10-9 ступенек каждый бой мы с тобой пролетаем. Это очень мало на самом деле. Так, нет, давай мне 17-24. Я же знаю, что было. Блин, там Майки залез. Ладно, будем надеяться, что все-таки Супер Шреддер его быстренько накажет. Ну, если даже не накажет, хотя бы постепенный урон на него повесит, тот сам отдуплится. Проверим. Да-да-да, вот я об этом говорил. Так, Армагон, добивай там и Ваньку. И Бибопчика. Все. Ушатали. Ну что, двигаемся дальше. 66-я становится 55-я или 56-я? 58-я? Да, что-то вообще как-то. А смотри, как у нас откаты быстро тают. Было 35 штук, осталось 21. А нам еще играть и играть. Ну, я думаю, все-таки хватит. Все-таки нам хватит добраться до Лиги Мастеров трехзвездочной. Сегодня, может быть, еще попробуем, если будет настроение, Tower Conquest поиграть. И Юрский парк. Хлоп. Отлично. Упали. Упали они. Блин, какие у Крипа все-таки руки, да, эти клешни, я не знаю, как их назвать. Просто какие-то там, я не знаю, тряпочки висят. Так, 48-я позиция. Вот как специально дают мне 17-23. Вот, нашли мы с тобой 17-24. Выбираем здесь наших бойцов, опять же, определенных. Так, это получается у нас 270, да, будет у нас платиновых осколков. То есть нам придется еще 2 недели дрынкать. Чтобы через 2 недели, это как раз будет конец месяца, ребят. Конец месяца мы с вами переведем еще одного бойца в платиновый ранг. Вот кого, я уже даже ума не приложу, кого нам стоит переводить. А здесь у меня уже как бы приоритеты кончились. Я не вижу акцентов каких-то на кого-то делать ставки. Тут, я думаю, уже только с вашей помощью. То есть, за кого вы проголосуете, того мы и будем переводить.
И опять они меня подсовывают 17-23. Я уже не знаю, сколько мы поединков сделали на 17-24, а они все равно за свое. Им что, нравится издеваться, что ли, я не могу понять. О, бойцов все хватает. Я уже думал, там ближе к концу. Нет, еще хватает. Ну что, погнали. Отлично. Ну давай, Армакоша, добивай их. Нечего на них тут, как говорится, смотреть. Все. Может, Мондагека прокачать? У нас вот нету, кстати, очень хорошего дебафера. Бафера. Именно бафера. У нас сплинтер. Ну, что-то я вот в последнее время посмотрел. Сплинтер как-то... Может быть, как бафер он хорош, но вот как боец он за себя постоять практически не может. И вот таких вот бойцов, кстати, очень много, на которых ты делаешь большие ставки, да? А по итогу... Я думал, что когда мы прокачаем Джастина в свое время, он будет хорошо дамажить, хорошо бомбить. В итоге он вообще ни о чем. По инициативе, ребята, он вообще слабак. Ходит самый последний практически из всех бойцов, которые только есть. Так что... Так вот касается многих. Надо будет еще потом посмотреть, когда мы прокачаем крысиного короля до 100 уровня, посмотреть, как он будет себя вести в поединках. Потому что помню, месяца 3 назад мне писали, что это прям топовый боец. Ну, это может быть, конечно, просто ради прикола писали. Также я помню, качай муху. Ну, я имею в виду про Бакстера Стокмана. Точнее, не Стокмана, а Бакстер Муха, да. Но, насколько я понимаю, Бакстер Муха не может быть топовым бойцом по своей приоре, потому что, ребята, он медик, он все-таки хиллер, он как боец вообще ни о чем. То же самое может быть касаться и крысиного короля. Но мы это можем все проверить. А вот кроликов, когда мы с тобой проверим, именно пасхальных маузеров, я даже не знаю, сколько нам на них копить придется. Правильно, кто-то там из подписчиков написал, идет 2050 год. Рэй копит на персонажей. Скорее всего, так оно и будет. Что фиг там я накоплю? Может быть, я и накоплю. Но ты представляешь, сколько нам еще потом прокачивать по скиллам? И кто-то написал, Рэй, а когда ты прокачаешь всех персонажей, типа, неинтересно будет. Но там уже будут составы идти. Если к тому времени вообще что-то будет у нас. Еще видишь такое положение в стране, непонятно, что происходит. Так, давай, наверное, мы с тобой валуном бомбанем. Ну все, мы с тобой, я так понимаю, идем к идеальному завершению. И Лига Мастеров все равно нас, ребята, уже поджидает. Да. Лига Мастеров 3 звезды, 100 место ровно. У нас еще 11 откатов. Плюс, не забывай, что у нас еще есть бойцы. 11 откатов — это, ну, практически, ребята, 5 боев. Но мы сделаем, наверное, 6 боев. Мы сейчас возьмем одного супершредера, к нему поставим зэка. И кто там еще есть, посмотрим. Рокзар, по-моему, там находится. В общем, довольно самодостаточные бойцы, которые могут сами за себя постоять. И, по крайней мере, не упадут сразу же. Так, шикарно. Давай-ка проверим, прав я или не прав. Получится у нас или нет. Я думаю, что должно получиться. Так, какое мы место здесь забираем с тобой? 89-е. Отлично, 11 ступенек пролетели. Ну вот, что я хотел показать. Берем с тобой супершредера. И вот здесь вот. Раз, два... 3-4. По-моему, нормальная, да? Кандидатура. Зэк, супершредер. Я думаю, сейчас мы здесь разрулим всю эту ситуацию. Естественно, бросаем вначале бомбочку под ноги. Дальше супершредер. Надеюсь, постепенно урон повесит на всех. О, их там осталось-то. Сгулькин нос. Так, уничтожаем бибопчика. Проникающим добиваем майки. И Донателло от постепенного урона сам одуплился. Все, ребята. То есть мы как бы с тобой сэкономили один откат. Вот теперь у нас ровно 4 поединка, если брать по 2 персонажа за бой. И я думаю, мы где-то с тобой полтинчик-то сейчас прихватим. Я имею в виду, будет Лига Мастеров 3 звезды,
50-й позиции. Это будет вообще топ, потому что завтра мне, ну, совсем чуть-чуть надо будет. Главное не прозевать. Понимаешь? Я могу очень сильно устать и просто проспать элементарно. Поехали. Так, постепенно абсолютно на всех повесилось. Вот хорошо, я обожаю, ребят, Супершердера, когда он именно так делает. Потому что это тебе гарантированно дает победу. Он отнимает очень много здоровья у врага и при этом еще накладывает постепенный урон, который, естественно, их добьет уже в любом случае. Так, ну что, вот 68-я позиция уже. 68-я позиция, так. Раз, два, три. У нас, получается, один какой-то будет не в удел. То есть это, скорее всего, наверное, сплинтер. Ну, сейчас посмотрим. Одного бойца мы с тобой не сможем отыграть. К сожалению. Так, ты видел Майки? Майки хотел сделать какое-то телодвижение, но не успел. Потому что постепенно урон его уничтожил. Кстати, я вот смотрю, часто, когда Супершредер бомбит, и Микеланджело в команде, да, он всегда практически погибает. Постоянно практически. Так, ну что, у нас с тобой 57-я позиция. Так, последние откатики. Два отката у нас всего лишь останется. Ну, давай вот так, наверное, сделаем. Не будем брать тогда крысиного короля. Возьмем сплинтера. Ну и давай тотально уничтожать уже. Ну вот, друзья мои, практически и все. Остается посмотреть только, а прав я или не прав, дойдем мы с тобой до полтинника или нет. По идее должны. О, 48-я позиция, отлично. Все, друзья, дальше нам двигаться нет смысла там, потому что два отката, там всего лишь один боец остался, да, это у нас крысиный король. Я его трогать не буду. Давай посмотрим, сколько у нас мутагена. Хватает ли нам на прокачку? Да, нам хватает прокачать, друзья, Макмана до соточки. С чем я его и поздравляю. И нас всех. То есть еще один фуловый у нас персонаж. И, как я уже обещал, мы переходим с тобой плавно на... Где он у нас? На Кренга. Я никак не могу определиться. Крэнк, ты где? Вот он. У нас там сколько еще? Не видно, к сожалению, сколько у нас. Ага, вот, пицца есть. Давай попробуем потратить ее всю. Так, геймпад выпал один. Джойстик нам не нужен. Опять выпадает джойстик. Геймпад. И, по-моему, если не ошибаюсь, нам нужен последний. Да, ребят, последний мы нашли. Так, силовые ячейки крэнгов. 6 штук надо. Одну нашли, вторая выпала. Вторая, тут уже микроскопы они идут. Третья. Четвертая. Все, ребят, пицца закончилась. Будем прокачивать ему вход в технозону. Начнем именно с этого. Так, ну что, здесь забираем награды. И, судя по всему, друзья мои, все. Да, будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.